Кто кого задирает, а? Ну, а сейчас, конечно же, на камеру Ники будет виновата, да, Ники, моя девочка? Ники, оставь ее, оставь. Ты же видишь, она провокатор самый настоящий. Оставь ее, пожалуйста. Я видел все, кукла моя. Моя девочка сладкая, моя умная девчулечка. Да. Мы поздороваемся, давай. Ой, ты моя девочка, скажем всем большой-большой привет, дорогие наши. 8 ноября на улице, и уже время, о, знаете, сколько время? Уже пора нам выходить в эфир, рассказывать вам интересные какие-нибудь истории и поздравлять вас с днем рождения. И сегодня мы хотим поздравить Артема. Артема из Казахстана, сына Натальи. Я тогда по-другому сделал. Сына Натальи Гученко. Извините, если я неправильно сказал вашу фамилию, потому что немного трудно это сделать. Но мы поправимся. Честное слово, да? Ты провокатор маленький. Артем, у вас вот вообще поздравление от Никиты идет, да? Иди ко мне, моя девочка. Ой, ты боже мой. Иди, мы расскажем, поздравим. Иди, давай. Вот так вам тогда. Артем, поздравляем вас с вашим днем рождения. И все, что мы знаем, что у вас сейчас идет какой-то сложный период в жизни. И вам необходима удача. Но сложный период, знаете, что такое? Сложный период – это одновременно поменять два памперса. Вот эти вот девочка, которые не могут успокоить. Так, это что такое было? И поймать их в кадр одновременно, чтобы они сидели тихо и спокойно. Вот это сложно, на самом деле. А все, что у вас в жизни происходит, я не знаю подробностей. Но я больше чем уверен, Артем. Пока мы дышим, мы можем все изменить в лучшую сторону. Для нас. Мы можем сделать так, чтобы мы были счастливы и были счастливы также наши окружающие. Много раз в жизни приходилось оказываться в сложнейших ситуациях. И довольно-таки серьезных, знаете, когда приходилось даже менять место жительства. Но я уверен в одном, что у нас, опять же, пока мы дышим, есть голова, руки, ноги. Нам любые сложности по плечу. И что касается удачи, то для меня, с моей точки зрения и по моему опыту, удача – это совокупность нашего стремления, совокупность нашего терпения, каких-то обстоятельств, да? И если посмотреть, то на это все дело, даже просто говорят, вот, он удачливый, он выиграл в ту же самую лотерею. Но даже чтобы выиграть ту же самую лотерею, человеку пришлось просто подняться, пойти и купить билет, да? Ну, в нашем нынешнем электронном варианте жизни, то просто хотя бы открыть там, я не знаю, приложение и что-то сделать. Вот, но к чему я это говорю? К тому, что мы сами можем делать себя счастливее и удачливее. Мы, знаете, что вам пожелаем? Так как сегодня день исполнения желаний, мы вам с Ники и с Луной пожелаем, чтобы все, что вы сегодня задумаете, оно у вас исполнилось. Все ваши желания исполнились на все 100%. А от вас, знаете как, вы напишите нам, пожалуйста, потому что мы больше чем уверены, что когда это произойдет, вы будете счастливы, радостны и будете веселиться. А когда это произойдет, напишите, пожалуйста, что наши вот такие пожелания вам, наше сердечное рвение и наши вот такие душевное тепло, душевное стремление, оно сработало. И у вас все стало хорошо. Артем, мы поздравляем вас с днем рождения. Желаю вам счастья, радости, любви и решения всех ваших сложных ситуаций. Да, конечно, также богатство. Чтобы вы смогли решить реально все свои проблемы. И еще раз я вам повторюсь. Сложность – это одновременно поменять им два памперса и поймать их в кадр. А остальное не представляет никаких трудов и никаких сложностей. Просто сейчас, как говорится, у вас… Да, еще знаете, что хотел сказать самое главное? Сейчас у вас немного, как говорится, глаз замылен вашими проблемами. И знаете, оно как бывает. Приходит одна какая-то ситуация в жизни.
скажем так, мы ее воспринимаем негативно. И из-за этого мы просто уже не можем трезво смотреть на ситуацию, как складывается вокруг нас обстоятельства. И что мы делаем? Мы начинаем тут же что-то придумывать, настраивать себя на плохой лад. Мы начинаем волноваться, переживать. И когда вот эта удача, которая нам всем нужна, подходит рядышком, мы ее не замечаем. Из-за того, что мы находимся в какой-то, если можно даже так сказать, агонии. Поэтому мы вам пожелаем также трезвого взгляда на жизнь. Мы вам пожелаем также... Ники, ну подожди, Ники, оставь эту резинку. Оставь. Зачем? Ты ее отпустишь, потом ей больно будет. Моя девочка. Да, да. Ты же умная. Зачем ты ее таскаешь? Не трогай ее резинку, пожалуйста. Если ты резинку снимешь, трусики упадут. Вот это сложно. Вот это сложно и объяснить, потому что ей этого хочется. А вам, Артем, мы пожелаем реально трезвого взгляда на жизнь. Пожелаем, чтобы вы смогли просто сесть, успокоиться, освободить свои мысли от навалившихся на вас проблем и переоценить все события, которые происходят вокруг вас. И я больше чем уверен, что в ближайшее время вы нам отпишетесь и скажете, что, ребят, ваши пожелания сбылись. И рядом с вами любящие вас родные, любящие мамы. Наталья Глущенко, извините еще раз за мое произношение вашей фамилии. Будьте счастливы со своим сыном. Сын, будь счастлив со своей мамой. Это то, что легло на сердце вам пожелать и сказать. Ну а так-то на сегодняшний день. Да, и еще один момент. Сегодня день исполнения желаний. Вы вообще родились в счастливый день. Вы что хотите, пожелаете себе, то оно и исполнится. Вообще под счастливой звездой, как вот эта девочка, да, у нас родилась. Вот. И всем, кто сейчас меня слушает, кто смотрит на эту маленькую девочку, мы желаем от огромнейшего сердца, от большой души. Ребят, всем желаем, мальчики, девочки, чтобы ваши желания сегодня исполнились. Загадывайте наперегонки. Я не знаю, наперегонки желания с желанием. И оно будет исполняться. Потому что мы знаем, что мы приносим радость в дом, умиление и исполнение всех желаний. Вот такие мы деловые девчонки. Да, именно это так. Вот что ты хочешь исполнить? Скажи, пожалуйста. Что, моя девочка? Что, моя куколка? Что? Ой. Ребят, да исполнится ваше желание в сегодняшнем дне. И в каждом дне. Это вот от души. А кто говорят, много уже свидетельств из того, что говорят, когда вы нам желаете, говорят, это исполняется и это происходит. Я не знаю, как их поймать. Я правда не знаю, ребят, как их поймать так, чтобы вам было интересно за ними наблюдать. Они же это делают. Ники, вот мама вчера вам купила два набора одинаковых игрушек. Твоя удочка вон там лежит, вон та утка лежит. На, Луна. У тебя есть. Вот две одинаковые утки. Одна тебе, одна Луне. На, Луна. Зачем ты сюда тянешь? Смотри, какая ты жадная. Тебе обе нужны? Да? Маленькая ты. Вот и что ты ими будешь делать? Жонглировать будешь их? Скажи, пожалуйста. Скажи, я буду бегать, прыгать, веселиться. Ребят. А еще, что вам рассказать сегодня? А еще сегодня? Да, это не булочка, да. А еще у нас сегодня день булочек, поэтому, кто умеет, напеките вкусных булочек, возьмите чаю, сядьте, попейте вместе с чаем вкусных, душистых, ароматных булочек. А еще сегодня день Сибири. Всем сибирякам привет, привет, родные. Я уже отвечал, как-то меня спрашивали, откуда ты родом. У меня род по папиной стороне, он тоже с Сибири, поэтому я могу вот сейчас вот так встать.
Никит, всем сибирякам, с праздником, Сибири вас, всем-всем-всем, большой-большой привет. А еще сегодня, ребят, все, кто доставляют нашему уху приятность. Как же вас переключать, скажите, память следить? Вы можете хотя бы по очереди, там, я не знаю, бегать или прыгать, а? Ники! 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 Не раздевай ее! В общем, как обычно, у нас веселье. Полный дом. А еще, да, по поводу музыки. Ребят, сегодня Международный день пианиста. И, ребят, спасибо всем огромнейшее, кто тренирует свои пальцы, у кого есть слух, кто доставляет нам прекрасную-прекрасную музыку для нашей души, для нашего тела и для наших ушей, естественно. А самое главное, да, и как я уже сказал, для души. Спасибо огромнейшее, мальчики, девочки, всех пианистов с вашим прекрасным-прекрасным днем. И еще, ну, хотелось пошутить как-то, но не получается. Так как сегодня день КВН, КВНщики это сделали лучше, чем мы. И все шутки у нас забрали. Получается. Ну, вот как-то так сегодня. Да? Самое главное, что мы от души Артему пожелали, чтобы он разобрался со всеми своими мыслями в голове, упорядочил их, расставил на места и был счастлив. А счастье, оно обязательно к нему придет. И удача тоже. Так, теперь все, кто волнуется вот за, я не знаю, за кого. У нас получилось, что разделился лагерь на две части. Одни волнуются за вот эту маленькую девочку, другие волнуются вот за эту маленькую девочку. Одни говорят, мы ее меньше любим с появлением вот этой, другие говорят, мы эту меньше любим с жизнью этой. Ну, в общем, какой-то... Мальчики, девочки, у нас все ровненько. У нас идет выстраивание сейчас нашего положения. В нашем доме. Кто хозяин в семье? Здесь, в нашей гамадриле. Понимаете? Естественно, хозяин папа. И дальше идет не первенство за кто будет ближе к телу. Да? Не ревность, нет. Девочки выстраивают между собой сами свое отношение. Они уже начали играть. Они уже начали веселиться. Кто-то любознательный, пытается что-то сделать. И до появления Луны у нас Ники, если мы закрывали ей пампис спереди, она его обрывала. Ну вот, вот так она делала. И вот эти вот застежки, которые есть вот здесь, она их жевала почему-то. А сейчас, потом мы стали им закрывать сзади, на спинке. Ей, естественно, это делать неудобно. И здесь появилась у нас жертва обстоятельств. У которой можно эти лямки и спереди, и сзади стянуть. Поэтому мы ведем себя вполне адекватно, вполне нормально. Все у нас хорошо, все у нас отлично. Поэтому не волнуйтесь, не переживайте за нас. Мы еще себя, как говорится, покажем. И та, и эта девочка. И будем долго и счастливо вместе жить, любить друг друга. Да? И наслаждаться жизнью. Моя ты куколка. Ну, на этом, наверное, мы с вами попрощаемся и скажем вам пока-пока. Хорошего всем настроения, мальчики, девочки. Всех, у кого именины, тоже с днем рождения. И всех, кто родился сегодня, 8 числа, с днем рождения вас, ребят. Счастья, здоровья, любви. Кто, у кого день рождения, но кто не отписался. И да пребудет с вами все блага, которые можно пожелать в этой жизни вам. И да исполнится все ваши желания. А на этом, наверное, все. Пока-пока. И смотрите нас на переименованном канале. Гамадрилки Ники and Луна. Дом, где живет любовь. Вот так его назвали сегодня. С вашей помощью. За что вам огромнейшее спасибо. Все остальное там? Да? Все? Пока-пока.